Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов на территории СНГ. Она связывает месторождение Тенгиз с портом Новороссийск. Успешное завершение проекта позволило увеличить пропускную способность нефтепровода до 67 миллионов тонн нефти в год. Накануне праздника за вклад в реализацию проекта генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань указом президента был награжден орденом «Достык». КТК – это еще и одна из самых социально ориентированных компаний, работающих в Атырауской области. О социальной стороне деятельности предприятия расскажет наш корреспондент Виктор Сутягин. Жители нового микрорайона Самал в канун праздника получили хороший подарок. Здесь сдали в эксплуатацию детский садик на 290 мест, построенный по заказу Каспийского трубопроводного консорциума. До этого им приходилось возить детишек в разные микрорайоны города. Мы говорим огромное большое спасибо компании КТК, которая на протяжении вот нескольких лет дарит вот такие вот большие социальные объекты, как для здравоохранения, так и для образования. Микрорайон Самал, он сейчас вот расширяется, на сегодняшний день более 2000 здесь жителей. И вот потребность именно в таких социальных объектах, как школа, детские сады, здесь вот большая. Строительство детского сада в микрорайоне Самал велось в рамках подписанного соглашения между акиматом Атырауской области и компанией КТКК. Общая площадь объекта составляет более 2000 квадратных метров. В церемонии сдачи участвовал генеральный директор КТК Николай Горбань. Накануне указом президента отмечены высокой государственной наградой Казахстана – орденом «Достык». КТК – социально ответственная компания, мы всегда об этом говорим, и мы это доказываем на деле. Мы ежегодно анализируем те потребности, которые необходимы, и вкладываем деньги в инфраструктуру. Как сообщил Николай Горбань, КТК поддержал инициативу президента Казахстана о необходимости расширения помощи детям-сиротам. В Атырау компании построит деревню семейного типа, где на постоянной основе будут жить дети с приемными родителями. Виктор Сутягин, Тимирлан Сузангазиев, Шандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.